Ельза Ахмедов, Узбекистан. Дорогі українці, як ми зустрічаємо гостей? Матчевая встреча сильнейших команд мира. На сегодняшний день эти команды входят в топ-5 сильнейших держав боксерских. В дневной программе боксировал второй состав сборной Украины с казахской сборной. А сейчас боксирует первая национальная команда сборной Украины с командой Узбекистана. Проверяем плюсы и минусы. А основным у нас предстоит это азиатские игры. В августе месяце в Индонезии 18 раз проходят азиатские игры. Это очень большие соревнования, как Олимпийские игры идут. Поэтому мы, у нас цель в этом году там лучше выступить. Хорошие бои, можно так сказать, мирового уровня. Одни из лучших команд мира собрались в городе Харькове на матчевую встречу. Стенка на стенку. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Украина. В ближайших Олимпийских играх в Токио 2020 надеемся, что мы завоюем там достойные места. Сейчас после этого выезжает сборная Украина в Казахстан на двухнедельный сбор. И там же турнир международный, где будет много представителей других стран. Кубок президента Казахстана будет. Где-то в конце мая будет. Ну, а мы еще планируем в ноябре месяце провести чемпионат Украины отборочный в 2019 году. Потому что в 2019 году у нас Европейские игры, чемпионат Европы и лицензионный чемпионат мира будет. Лицензионный отбор на Олимпийские игры. Поэтому нам дали право провести его в Харькове. Мы постараемся его достойно провести.